официальное предложение только сегодняшнего дня. Это действительно потрясающая новая коллекция «Весна-лето 2020». Это полуботиночки марта к 8 марта. Девочки, у нас самая низкая цена. Это абсолютно правда, потому что в магазине такие будут стоить от 4000 рублей. У нас цена 2299, а самое главное, что ранняя весна уже наступила, и вы наденете, как только вам они придут. Сегодня самый эпатажный наш звездный стилист и эксперт Микола Комендров оценил эту коллекцию. Что скажешь? Она мне очень нравится, тем более это бренд Вилмор, это вторая линейка Кюмфо, а значит обеспечено нам сразу 3D-моделирование и российский ГОСТ. Парность по нашему размеру и дистанционная покупка становится очень легкой. Это предложение выполнено из 100% телячьей кожи, и также 100% натуральная кожа использована в изготовлении стельки. Это, безусловно, комфортная конструкция, которая выполнена в 3D-моделировании, а значит очень удобно для вашей посадки. Девятая полнотная группа, застежка Велькро, которая позволяет нам быстро отрегулировать. И вот как раз-таки Светлана, 39-й размер ноги, за счет вальгуса у нее уже 10-я полнота. И мы можем доказать, как в 9-й полноте ей легко ощущать именно комфорт. С помощью застежки Велькро она позволяет себе компенсировать именно посадку по подъему. И, безусловно, перекатная подошва, которая реагирует именно на правильное распределение нагрузки и также является вашим персональным тренером. И, конечно же, терморегулирующая подошва. Весной это очень важно, потому что нас, как говорится, от заморозков никто не отменял. Это и, безусловно, точно. В жаркие летние погоды подошва также должна правильно реагировать на именно перепад температуры. Вы знаете, вот такие кожаные мокасины, полуботинки, в которых сочетаются лучшие тенденции мирового искусства, именно обувной, да, индустрии, девочки, когда обувь по ощущению шита на заказ, когда технологии комфортно, когда цена лучшая, девчонки, ловите момент. Итак, у нас с вами еще и богатая палитра цветовая. Вот ты скажи сейчас, весна-лето 2020, какие самые модные, Микол, ты знаешь? Самые модные цвета – это, безусловно, бежевый оттенок. Его рекомендуют носить в тотал-луках, то есть в таком же оттенке бежевого вы можете полностью облачиться с ног до головы. Да. Конечно же, мягкий, приятный бордо цвет, винные оттенки или цвета помады Кристиана Диора. Это, конечно же, синий цвет. Здесь он у нас исполнен в классическом темном цвете, который является сейчас главным цветом сезона. Светло-бежевый, такой припыленный серый цвет. Институт Пантон его называет пустынный серый оттенок. Очень красивый, холодный, но такой дорогой. Дорогой, да. И, конечно же, черная классика, которой вы просто не сможете пройти мимо, потому что каждый ваш офис в дресс-коде не только весной и летом, но также в осенне-зимний период будет как раз-таки в черных. Поэтому никогда не забывайте положить их в корзину первыми, а для настроения светло-бежевый, синий, бордовый или кремовый. И даже не задумывайтесь, девчонки, ни о чем. Вот самое главное, закажите сейчас и получите, и носите сразу при получении, потому что ранняя весна. Обувь из новой коллекции, которую вы можете носить уже сейчас в рознице, в интернет-магазинах, будет стоить от 4000 рублей. Только у нас бренд Вилмор, линейка Кюмфо. И цена 2299 рублей. Кстати, я сразу скажу, цена сгорит сразу же вечером, да, то есть целый день действует эта цена, вечером она сгорает, поэтому ловите момент. Ну и самое главное, вот, Микол, я Лена Мироненко, я выбрала для себя свой 39-й размер, кстати, идеально подходит. Да, у тебя высокий подъем, и как раз-таки застежка Велькро позволяет это регулировать. Скажи, как выбираем здесь, получается? Мы выбираем с вами четко размер в размер, от 36 по 41 размер, потому что это бренд Вилмор, это российский ГОСТ, а значит, конструкция полностью повторяет именно силуэт наших российских ножек и, безусловно, 3D-моделирование. Это значит, она легко подстраивается, если у вас есть вальгусы, если у вас есть заваливание мизинчика на предыдущий палец, если у вас есть, например, вросшие ногти, или утяжеленная пятка, или подверженность к отечности. Данная обувь в 9-й полноте с правильной конструкцией формы 3D-моделирования как раз-таки и позволит вам сделать дистанционную покупку идеальной. Моя мама, буквально вчера мы созванивались, и она уже получила одно из предложений от бренда Вилмор к
Кунг-Фо за эфир, который проходил у нас 26 числа прошлого месяца. Мне она очень уже получила свои мокасины с перфорацией, да, и уже их носит. Ты знаешь, Микола, мне очень нравится, потому что они такие легкие. Посмотри, я подбежала сейчас просто, вот, чтобы показать нашим телезрительницам, что целый день на ножках, неважно, лишний вес, тяжелые ножки бывают, знаете, варикоз, носить тяжело, или в принципе вы собираетесь куда-то в отпуск. Это те полуботинки, которые вам нужны. Смотрите, девочки, быстро показываю. У меня высокий подъем свой, видите, вчера целый день находилась, и вот здесь очень часто бывает давливает. Мне очень нравится, что я надеваю даже без ложечки, смотрите, и вот здесь вот мне комфортно, то есть такой домик для даже для самого высокого подъема. Да, мне причем эти мокасины выглядят очень ультрамодно, стильно и напоминают именно универсальную обувь, сникерсы и, конечно же, так, стельки. Смотрите, ортопедическая стелька, которая в магазинах будет стоить в среднем от 600 до 1200 рублей, и вы видите сейчас на экране ее вес 38 грамм. Угу. От бренда Кюмфо, как я уже много раз сказал, всегда лежит в комплекте комплимент в качестве ортопедической стельки, которая уже идет в стоимость данного изделия. Она весит всего лишь навсего 15 грамм. То есть облегченная мелочь, а приятная, это очень важно. Уже на минус 10 грамм, это значит, дает возможность вам чувствовать себя комфортнее и легче. Также ортопедическая стелька у нас оснащена тремя защитами. Две защиты, которые вы видели по бокам миндалины, позволяют нам регулировать варгусные и вальгусные нарушения, а пяточную зону делает легкую амортизацию. Конечно же, эво-материал, из которого выполнена внутренняя сторона стельки, вот ярко такого салатового цвета, она как раз-таки и работает на то, что в каждом движении вашем она повторяет его силуэт. Видите, она очень гибкая и пластичная. Плюс, как мы уже убедились, она легкая. Сразу еще раз повторяюсь, она идет в комплекте. Это комплимент от бренда. Ни один бренд в мире обувной просто так ортопедическую стельку в подарок вам никогда не получит. А бренд Вилмор все вам сегодня дарит в подарок вместе с телеканалом Шоп-н-Шоу. Открывайте премьеру вместе с нами этой весной 2020. Цена 2299 рублей. У нас бежевый, синий, бордовый, светло-бежевый и черный. Выбирайте несколько пар. Встречайте весну вместе с нами. Девочки, торопитесь. Цена лучшая.